Накануне в ходе рабочей поездки в села Байдала и Долгая глава региона Абылкаир Скаков ознакомился с планами работ по ремонту дорог и встретился с жителями. На встрече с главой региона сельчане обозначили несколько основных проблем – дороги, подведение воды, выгон скота и общественный транспорт. Жители Байдалы попросили устроить скотопрогонную дорогу на автотрассе. Они отметили, что в прошлом году на магистрали сбили домашний скот, и пастух был вынужден оплачивать ущерб хозяевам. Абылкаир Скаков поручил акиму Павлодара проработать вопрос устройства перехода через магистраль с областным филиалом «Казавтожол». Надо прострелять верхнюю точку, нижнюю точку, посмотреть. Уклон нужно, брежерде, ертен, сужи, нак, талмасын. Қадағалау керек. Содан кейін өздеріңіз барлығыңыз осы мердігер келгенде жұмысты бастағанда сіздер де қолға алыңыздар осы мәселені. Ештеңе жоқ, мысалы халықпен ақылдасу керек. Қазір сондай, мысалы ертең қаншама бұрыннан Совет одағынан бері осы қаражат бөлінген жоқ. Болмаған асфальт қазір келіп отыр. Енді оның тиімділігі болу керек. Оның берекесі болу керек қой. Соны оны ертең ана төсеп сап, тағы да біраздан кейін күзде біз тағы да келіп, бұл жерде мынау қателіктер бар екен деп, мына жерде алдына алу жұмыстарды өткізуіміз керек. Аким Кенжикольского сельского округа Жұлдыз Такибаева сообщила, что в этом году асфальтовое покрытие проложат на всех улицах. В Байдала асфальт появится на 6 улицах общей протяженностью 4046 метров, сказала Жұлдыз Такибаева. В селе Долго асфальтируют 4 улицы, это более 1 километра. Ауылда жақсы болса да, қалада да, мемлекетімізде жақсы болады. Сондықтан бір тұтас қоғам болайық, бірге болайық. Один из жителей пожаловался на транспортное сообщение с городом. Сейчас до Байдалы и Долгой курсирует маршрут номер 21. Глава региона рассказал о планах по увеличению количества автобусов на линии после закупа автобусным парком дополнительных новых единиц транспорта. Мурат Белмажет, Ертас Акпарат.